29 октября 2021 года. Зарубление водоема Сингербай 2-3. Толстолобик, карп, амур в количестве 5000 штук. Смути плохо видно. Рыба как плохо видно. Вот он, вискарки. О, он прыгает. Поднимет вот. Да, они сейчас здесь скопят еще. Вот они. Ух, какие крупные. На берег выпрыгиваем. Вот они. Ух. Карповых. Во-вторых, амур. Во-вторых, толстолоб. Все приподнимаю, ага. Да, да, вот так. Что, Андрей? Да, там. Как дела? Вон черный, косяки рыбы. Зарубление проходит в присутствии Ассоциации рыбных хозяйств, а также Управления природных ресурсов. Все, развязывай.